Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка» в студии Владимир Сироткин. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. На Чукотке выявлены факты использования поддельных документов. Миграционную службу их предоставили трое граждан Узбекистана, которые приехали на север на заработки. Трое иностранцев предъявили поддельные документы в отдел по вопросам миграции окружного управления МВД. Они обратились в службу за получением патента на ведение трудовой деятельности на территории России. Предоставили сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства нашей страны. Документы имели водяные знаки и даже пробивались по номерам в специальной интегрированной системе. Только вот выданы они были на других лиц. Полицейские выяснили, что граждане Узбекистана купили их у своего знака в одном из центральных городов России за 10 500 рублей. Этим гражданам будет отказано в выдаче патента за предоставление подложенных документов. И они вынуждены будут выехать за пределы Российской Федерации. В случае, если уголовное дело за использование подложенных документов будет возбуждено, то этим гражданам будет закрыт въезд на территорию Российской Федерации до погашения их судимости. Вот. Ну и, соответственно, в ту организацию, в которую они приехали, они там трудиться не смогут. И организация понесет убытки за их приезд, за проживание. Сейчас, по данному факту, проводится проверка, поддельные сертификаты изъяты. Это уже не первый случай на Чукотке, когда трудовые мигранты предоставляют липовые документы. В прошлом году на одного из таких иностранцев было заведено уголовное дело. Теперь въезд в Россию ему запрещен до погашения судимости. В целом, сейчас на Чукотке находится более 900 иностранных граждан. В основном в Анадре и Билибинском районе они въехали сюда как трудовые мигранты. Сейчас у нас лидирующей позиции на территории округа занимает Китай, но он находится обособленно на месторождении Песчанка, а так Узбекистан, Таджикистан и Киргизия это основные трудовые мигранты, которые въезжают по всей территории России, но ну Чукотка не исключение. Полицейские регулярно проводят рейды среди мигрантов по соблюдению законодательства. А в миграционной службе предупреждают работодателей, что иностранцы должны въезжать на Чукотку с уже готовыми сертификатами о владении русским языком. Сдать экзамены на месте пока невозможно. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.